Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якого истину блажите Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово родившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоя Матери, Сида честного животворящего креста, святых ангелов наших, хранителей всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси и человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блажь ангельскую песнь, вопием Ти сильный, свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. Возбудился от нас, Господи, слава Тебе за милость Твою и долготерпение. Хвала Тебе, милосердный и любящий Бог наш, и с раннего утра благословляющий нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божию, Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, яко многерая Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешного, не погубил меня с беззаконием моими. Но человеколюбствовал еси обычное, и в нечаянии лежащего возвиг мне еси,
воеже утренете, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со совестием Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедании и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Восемнадцатый псалом со 132 стиха. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осея раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взывай всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохрани уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Отчи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство, далеки нет закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровении Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твои, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего – истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуйся слову Твоему, как получишь великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповая на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои перед Тобою. Да приблизится вопль мой при лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое при лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим.
язык мой, возгласи слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твое избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой есть утешение мое. Да живет душа моя, и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедь Твоих не забыл. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченный в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никакие дела оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна веры моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит за меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очрев матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без лености, как я прежде работал на сатану обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, постоянно блести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель, бедам души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил у меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые,
и хульные помышления от несчастного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Надежда, Любовь, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного животворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные дары Твои, сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродника, благодетелей, митрополитов Марка, Николая, епископ, агафангелы, Тихона, Антония, священная Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Николая, Михаила, Наума, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, митрополитов Тихона и Лариона, и весь священнический чинский чин. И вышли истинные служители миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше, который является благовестник. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было из чего уделять нуждающимся. Преобразуй сердца в духовные, коснись их. Михаила, Владимира, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этого смутьяна Алексея укроти, все сообщество развей. И покажи им ту бездну, куда они завлекают людей невозвратно. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяться Твоему промыслу, заботе Твоей о нас. Слово Твое свидетельствует, что верующие в Тебя, рожденные свыше, исполняющие заповеди, называются святыми избранными. Да будет это твердым, никогда не отмененным именем нашим, дабы мы во всем видели промысл Твой о нас. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Будь милостив, Господи, к нам, защити наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы, и благослови живущих там, Андрея, Игоря, Владимиру дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа и прищи добрых жителей с детьми, любящими, знающими уставы Твои святые и ходящих послушаний. Сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Оливкину. И всех, Господи, благослови на распространение благой вести о Тебе. Благослови Анастасию, Евгения, Надежду, Валентину, Екатерину, Галину, Сергея, Александра. Слава Тебе, Христе Божий наш, и найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Илину, Марию, Татьяну, и путешествующих Раису, Льва, Виктора, Александра, и неведомых нам просящих молитвы и поддержки. Слава Тебе, Христе Боже наш!
Слава Тебе! Посети, Господи, болящих, дай силу безропотно перенести страдания и пошли им исцеление Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Надежду, Людмилу, Ольгу, Маргариту, Людмилу, Татьяну, Александру, Неонилу. Возри на угрозы врагов, на их непрестанную ложь и клевету, закрой их лживые уста. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят, забыв о Боге, о вечности. И благослови благодетелей наших, воздай им добром всей жизни и в будущее, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда, и помоги нам издать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта. Не допусти, чтобы мы были обмануты людьми. Мы в Твои руки все предаем, Христе Боже наш. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Боже мой, все это может оказаться спасителем для нашей жизни и спасения. Аллилуйя. Господи, сохрани наши сокровища в интернете и благослови их администрацию, расположи к нам. Благослови трудящихся на этом поприще Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриила. И обрати Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Твоей. Аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле, мир человека, благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! И в вечности воздай милостью Твоим всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе, Марию, Степана, Александр, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми, покроем опором любви от всего, что не славит Господа. Господи, благослови и воздай добром всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. И посеянное нами возрасти обильно. И благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире. Господи, дай истинную веру и найди отступников. Возврати их на путь спасения. Александра, Юлия, Светлану, Тамару, Евгения. Найди их. Не дай им погибнуть вне церкви. Слава Тебе, Христе Боже наш. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. И каждому дары доброе жилье Сергею и Гавриилу. И благослови здесь живущих и отошедших, кто строил эти жилища, где мы находимся.
где можем прославлять Тебя, и храмы, которые построены. Слава Тебе, Господи! Благослови Михаила и Елену, Романа и Екатерину с их жилищами. Все устрой как надо. И сделай так, чтобы там с ними пребывали ангелы, находились новые люди. Ибо первые верующие христиане собирались не по храмам, их не было, а по домам. И чтобы в доме у них звучало слово Твое живое. О, Господи, услыши и найди новые души. Слава Тебе! Святитель Христов Никола Мирлитийский Чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас и о нашей живности, через которые Господь облегчает наше пребывание в этой юдоле печали земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михея, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Космая Демьян, Андрей Стратилат Иерон, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не отрекся от Тебя и не получил начертание зверя, антихриста на чело или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства сам Ты, что они так обманывают людей, что от предсказанных Тобою казней будто бы можно избавиться какими-то содружествами, изобретениями, медициной. Все это дьявольская ложь. Твои пречистые уста, Господи, произнесли этот приговор, что будут глады, моры, землетрясения, войны. Восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. И это еще не конец, а начало бедствия. И все это по Твоей любви к созданному творению Твоему. Чтобы люди примирились с Тобою при жизни, ибо за гробом нет покаяния. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский Филарет, Иероним Стридонский. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысли еретиков и сектантов разруши, развей, в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёка Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перпетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость.
и сохрани их от всяческого рода поругания и насилия. Исправь непокоривой с Галиной семейство и Евгении, Надежды и Людмилы, Виктории и Иоанны. Господи, благослови призванных на фронт, на военные действия Никиту, Максима, Владимира, Александра и неведомых нам верующих. И каждому, если они еще не родились свыше, даже рождение, чтобы они там были светильниками, чтобы они служили тебе и не запятнали руки кровью человеческой, и возврати их в мире неповрежденными для славы твоей. Господи, спаси и помилуй раб твоих, томящихся в узах, тюрьмах, психиатрических темницах, и даруй им свободу. Благослови Сергея, Владислава, Илью и неведомых нам, пытаемых и убиваемых, дабы никто не отрекся от Тебя, Христе Боже. Слава Тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. Душам нашим полезное сотвори. Благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица. Устрой жизнь по воле Твоей святой. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. Господи, прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все наперед, прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и наши молитвы, исполни о всех заповедавших нам молиться о них. И мы молимся о незаповедавших. Коснись их сердец, обрати их, ибо за гробом нет покаяния, чтобы люди примирились с Тобою при этой жизни. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение за все Твои милости, долготерпение и щедроты. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Если кто не знает наши порядки, мы объявляем об этом. Сразу у нас начинается чтение Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта. И это поприще начитывания проходит наши сестры попеременно. Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови, Господи, на чтение Священного Писания с толкованием блаженного Феофилакта. Даруй разуметь написанное и исполнить волю Твою во славу имени Твоего святаго. Послание к филиппийцам апостола Павла, 4 глава, 17 стиха. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Толкование. Так как он высказал нечто унизительное, сказав «на нужду», то, дабы они по этому поводу не возгордились, он продолжает: «Говорю сие не потому, чтобы искал от вас подаяние, но ради вашей пользы,
чтобы вы имели плод, который должен служить в вашу пользу. Видишь ли, они сами получили пользу от даяния». 18 стих. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Толкование. «Так как он сказал, не ищу, то, дабы не охладить их ревность, не сделать их более беспечными, ибо чем любомудрее благотворители, тем больше они ищут благодарности от приемлющих благодеяния. Говорит, я получил все и избыточествую». То есть нашим даянием вы не только восполнили то, что опущено было прежде, но еще сделали больше. «Сказав же, получив, как бы о должном со стороны их, дабы они не возгордились, он опять в утешении их показывает, что они сделали даже и сверх должного, послав ему излишнее. О, куда он вознес их дар! Не я, говорит, принял, но Бог через меня. Поэтому, хотя я и не имею нужды, вы об этом не беспокойтесь, потому что и Бог ни в чем не нуждался. Однако принял, как и Писание говорит, обонял Господь приятное благоухание, Бытие 8:21, дабы мы, слыша, что Бог в этом не имеет нужды, не сделались беспечными в благовествовании». 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Толкование. «Так как выше он сказал, вам не благоприятствовали обстоятельства, то есть вы сами находились в затруднительном положении, то теперь желает им быть в довольстве. Если бы они были так мудры, как Павел, он не стал бы просить для них телесного, но так как они были людьми, занятыми житейскими делами и имеющими некоторую привязанность к настоящим вещам, то он, снисходя к их немощи, просит для них у Бога не избытка и роскоши, а достатка в необходимом. Да восполнит, говорит, всякую нужду вашу, дабы не быть вам в убожестве. Затем, чтобы они не подумали, что он слишком ограничивает их, прибавил по богатству своему. То есть он должен дать вам потребное в избытке и изобилии. Посему вы пользуетесь богатством во славу его. Выражение Христом Иисусом можно принимать и так, что он совершит, что это совершит Отец во Христе Иисусе, то есть при посредстве Христа. А можно и так, в славе, которая относится ко Христу Иисусу. Поэтому прибавляет следующее. 20 стих. «Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Толкование. «Поскольку он сказал во славу Сына, то прибавил, что слава Христа есть вместе и слава Отца». 21 стих. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья». Толкование. «Знак немалого благорасположения приветствует их посредством посланий, ибо с ним были многие, были, может быть, даже из самого Рима, которые, впрочем, не принимали участия в делах апостольских. Таковым был только Тимофей, которого он назвал выше единодушным с собой. Тем не менее, он не отказывается называть их братьями». 22 стих. «Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». Толкование. «Он одобрил и одушевил их, показав, что благочестие достигло даже до царского дома, внушая, что если находящиеся при царском дворе пренебрегали всем ради Христа, то тем более следует делать это вам, людям простым. Вместе же с тем дает знать, что о добродетели филиппийцев он говорил пред Кесаревым домом, ибо иначе он не мог возбудить в них в последних расположения, выразившегося в приветствии». 23 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Толкование. «По своему обычаю он молитвой заключает послание и научает вместе с тем относить
к благодати Христовой добродетели, какие они имеют, а не возноситься ими. Ибо тогда только и пребудет с ними благодать навсегда, если они не будут превозноситься. Да изобилует же по благодати Христовой между нами, как всякая другая добродетель, так преимущественно добродетель всеспомоществования другим. Да и мы, приемля пользу от всепомоществования всем нуждающимся, особенно же страдающим ради Бога, насладимся богатством благости Его. Ему слава и держава ныне и присно и вовеки. Аминь. Из сборника духовных песен. Книга Бога мне дана. Книга Бога мне дана, хоть поношена она. Вспоминаю дни минувшие давно. Мать читала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно, хорошо. Припев: «О святая и живая, книга Божия, люблю, люблю тебя я. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня». Про Спасителя Христа все читала мне она, как любил, страдал и умер на кресте. Со слезами слушал я: «Помни это за меня», — говорила мать, — «храни его в душе». Припев. Это все прошло давно, но как живо мне оно, и святая книга свет мне на пути, Слово Божие храню и Спасителя люблю, по стопам его всегда хочу идти. Слово Иоанна Златоуста на Пасху. Кто благочестив и любит Бога, да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, да войдет он радостно в радость Господа своего. Кто истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от первого часа, пусть сегодня примет справедливую плату. Кто пришел после третьего часа, пусть начнет торжественно праздновать. Кто пришел после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не теряет. Если кто опоздал и к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил, ибо хозяин, будучи щедр, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого и последнего. Он милует и о первом заботится, и тому дает, и этого одобряет. И дела принимает, и намерения приветствует, и действия ценит, и желания хвалит. Поэтому войдите все в радость своего Господа, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, веселитесь друг с другом, воздержанные и невоздержанные, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна, насладитесь все. Телец велик, пусть никто не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры, все получите часть богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас победила смерть Спасителя. Ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом, сошедший во ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами: «Горько пришлось аду при встрече с тобой в преисподней! Горько, ибо он упразднен! Горько, ибо он подвергся поруганию! Горько, ибо он умерщвлен! Горько, ибо подвергся разрушению! Горько, ибо он был заключен в оковы! Принял тело и вдруг попал на Бога, приняв землю, а встретил небо, он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен. Воскрес Христос, и пали злые духи. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос,
их жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу, ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки вечные. Аминь. Стихотворение Никитина Ивана Савича «Новый завет». Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. 1953 год. Из сборника духовных песен «Библия много света нам открыла». Библия много света нам открыла и научила всех людей любить. Несколько тысяч лет она служила и до конца нам будет говорить. Припев: «Боже, даруй нам вникнуть в это слово и возвестить во все края земли. Вот уж грядет пришествие Христово, той Божьей вести, весь народ внемли». Библия взоры к небу направляет и научает, как туда войти. Кто же ее надолго оставляет, тот ослабеет на земном пути. Припев: «О христиане, Библию читайте, грех побеждайте, двигайтесь вперед. И своих близких к небу направляйте, Бог за труды награду вам пошлет». Припев: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». Слава Иисусу Христу. Во веки слава.